Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня канал «Лучший день», и у нас с вами опять посредник. К сожалению, к моему и вообще к всеобщему не всегда вот получается так, что можно пойти в лес, развести костер. Ну, не получается, не позволяют обстоятельства, но хочется чего-то все равно этакого наварганить. Да, поэтому я маленечко вот пошарился в холодильнике, и мы будем делать сегодня жареную рыбку. Я нашел рыбку в холодильнике, и мы будем делать ее вот таким вот панировочным способом, то есть лепить из того, что я нашел. Посредник с вами, друзья мои. Для начала я хочу замариновать лук. Маринуем лук. Обычный, репчатый. Вот я лук уже почистил. И сейчас его нужно порезать полукольцами сразу. Ужасно. Ядреный попался у нас нынче лук. Вот мы его порезали. Вот остаточки сейчас мы в баночку вот так вот сложим. Так, значит, баночка у нас оказалась маловато. Лука много. Ну, вот такой вот я любитель лука, поэтому все это мы дело опять пересыпаем. Вот. И сейчас это все мы заливаем маринадом. Что у нас там идет? Немножечко мы это дело подсолим. Совсем чуть-чуть. На глаз. Уксус. Добавляем. Вот так вот будет достаточно. И заливаем все это дело водой. Все это дело сейчас перемешиваем. Ничего сложного. Все просто. Все. Лук у нас пусть стоит. Ждет своей очереди. Дальше. У нас есть вот несколько вот таких вот потрясающих окуней. Тоже я нашел сейчас в холодильнике. Мы их моем. Окунечки уже потрошенные. Конечно, было бы очень неплохо сейчас их пожарить на костре. Ну, складывается у нас немного иначе. Один из зрителей мне сказал, морского окуня жарь дома, не парься. Ну, блин, провидец какой-то, видимо, вот так вот получается. Вот, значит, наш окунь. Это у нас будет основное, конечно же, блюдо. Наша любимая рыба. Что теперь? А сейчас мы ставим на газ сковородочку. Ставим разогреваться сковородку. Вот он наш домашний костер. Наливаем сюда немножко масла. Все, пусть разогревается. Нужно немножко подождать, чтобы разогрелось. Что маслица у нас маленечко разогрелась уже. Да, сейчас мы панировочную смесь насыпаем в тарелку. Наших окуней мы сейчас валяем в панировочке. Панировка уже готовая, я опять нашел. Я вообще лентяй от природы, мне лень что делать. Поэтому валяем наших окуней в готовой панировке. Все, что надо, здесь уже добавлено. И выкладываем на сковородочку. Рыба жарится у нас быстренько.
приготовилась. И мы ее сразу же выкладываем на тарелочку. Так, сюда один. Вот его. А для больших, видимо, надо тарелочку побольше. Рыбешку мы положим вот сюда. Здесь для нее самое место. Вот такой вот зажаристый окунек получился. Так, и у нас еще остался один. Это пока в сторонку все. У нас еще остался один. Его мы также панировочку. Еще вот этого оставшегося мы его еще пожарим. Он нам тоже нужен. Мягко говоря, он необходим. Вот готов у нас последний окунь. Опа. Все. Окуни у нас готовы. Теперь перейдем к их оформлению, чтобы они были вкусненькие. И вот тут-то и понадобится нам наш маринованный лук. Он у нас уже готов. И теперь его аккуратненько вилочкой выкладываем на наших окуней. В плане аккуратности это я, конечно, загнул. Никогда у меня так аккуратненько не получалось. Так, сюда. Вот так вот. И сейчас еще сюда нужно добавить немножечко оливок. Оливки — это тоже любимая тема. Не везде они идут. Но сейчас, мне кажется, это будет в самый раз. Вот такой вот, друзья мои, у нас с вами получился домашний посредник. Домашняя такая готовка. Жарили мы с вами морского окуня из того, что было. Ну, вот так вот все и получилось. Не забудьте подписаться на канал. С вами Лучший день. Увидимся, друзья. Увидимся на канале. Всем пока. Пока. Приятного аппетита. Пока.